3 ноября 2022 год. Я нахожусь на поле, где высажены некоторые гибриды компании Siemens. И вот здесь вот начинается у нас гибрид, который называется Avendoli. Уже я про него рассказывал. Сейчас, допустим, ну, чтобы было понимание, идет уборка Феррары. В этом году есть задержка. Вот сейчас идет уборка Феррары. Выглядит сейчас Avendoli у нас, ну, примерно, смотрите, вот так вот. То есть здесь вот у нас винт. Вот такой вот винт. И здесь у нас уже головка. Вот, она уже у нас здесь размером где-то как большой мандарин. Вот, но это я сейчас выбрал такую, которая поменьше. Есть, естественно, головки у нас уже практически сформированные. Они просто закрыты. Вот, здесь уже размер у нас будет где-то грамм, ну, грамм 700, наверное, 800. Прямо стоячие листья. Растение мощное. Вот они, белые головочки. Тоже плотное соцветие. Ну, видно, даже примерно нет никаких разрывов между соцветиями. Видно, все-все закрытое. Закручивается, как я и говорил, листья по спирали вверх. Ну вот, вот формируется у нас винт. И вот под винтом у нас вот здесь вот головочка. Капуста Avendoli. Есть фермеры, знаю, что у нас в Краснодарском крае, которые эту капусту уже выращивали не пробно, а более или менее в таких нормальных масштабах. Вот. Капуста практически вся готовая. То есть неделя максимум, ее уже можно здесь будет убирать.